Теперь закройте глаза и направьте все свое внимание на руки. Почувствуйте, как они постепенно успокаиваются и становятся как будто мягкими и сонными. Прежде чем вы полностью расслабитесь, вам необходимо осознать, что ставить перед собой высокие цели – это хорошее и уважаемое качество. Разумеется, желание делать все в жизни хорошо само по себе прекрасно. Но тем не менее, всегда важно помнить, что стремление быть совершенным – это не самый совершенный подход к жизни. Если то, что вы делаете, должно быть совершенным, тогда все, что бы вы ни делали, будет приносить вам разочарование, потому что вам будет казаться, что можно было бы сделать еще лучше. Улучшить можно все, что угодно, от сидения в кресле до съедания яблока. Важно не то, насколько это идеально, а то, насколько это полезно. До тех пор, пока вы не станете более уступчивы к самому себе и не перестанете думать, что все должно быть совершенно, день за днем вы будете чувствовать себя все более и более несчастным и менее нужным. Неудачи, как правило, в дальнейшем приводят к большому успеху. Если бы сэр Александр Флеминг однажды по ошибке не забыл бы убрать посуду в лаборатории, возможно, до сих пор бы не был бы открыт пенициллин, а значит, миллиарды жизней не были бы спасены. То есть нам следует быть более лояльными и уметь видеть различные оттенки серого. Что в целом означает слово «неудача»? Перфекционисты или просто люди, боящиеся провала, имеют тенденцию мыслить очень принципиально. Все либо ничего. И при этом они упускают из виду тонкие оттенки серого. Если вы будете мыслить крайностями, то так или иначе будете понапрасну тратить силы, потому что это сродни эмоциональной борьбе сознания. Или абсолютное «да», или категорическое «нет». Либо взлет, либо падение. Но если мыслить по-другому, можно добиться большого успеха, потому что таких вещей, как абсолютный провал или полнейшая неудача, в принципе нет. Это несуществующие понятия, потому что каждый раз, когда мы учимся на собственных ошибках, мы извлекаем успех из неудачи. Ни один человек не может быть полнейшим неудачником, потому что всегда есть что-то, что он может делать хорошо, даже если это всего лишь умение одевать туфли. Сейчас вы можете почувствовать, как расслабление постепенно превращается в цвет, мягко окутывает ваше тело и, медленно растворяясь, успокаивает вас. Такое качество человеческой натуры, как толерантность и умение давать людям поблажки, распространяется и на вас самих. Вы можете научиться снимать напряжение и становиться более терпимым к самому себе, потому что, возможно, вы просто выбрали неверный путь. И в этом нет ничьей вины. Стратегия «я должен быть лучшим» всегда хороша в борьбе, но для того, чтобы она работала, и в этом основной секрет, необходимо совмещать ее с гибкостью. А значит, время от времени стоит давать себе отдохнуть
и поучиться радоваться тому небольшому, чего вы уже достигли. Вы можете достигнуть самых небывалых высот. Однако искусство жизни в самом простом его понимании заключено еще и в умении при этом расслабляться и делать все с легкостью, независимо от того, как наше общество заставляет нас думать. Жизнь — это не только чего вы достигаете, но и то, кто вы в ней как личность. Человек не есть только то, что он делает или должен делать. Иногда значительно большее достижение для человека — это смириться со своей неудачей, дать себе время взвесить успехи и промахи и понять, что послужило источником неудачи, нежели отчаянно сжимая кулаки, пытаться добиться чего-то. Обратите внимание на то, какая мысль или образ приходит на ум в этот момент. Не обязательно держать в сознании то, что вас не касается. Начните играть по вашим собственным правилам. Все очень просто. Если вы ставите перед собой цель долететь до Луны, но приземляетесь где-то на одной из звезд, это уже большая удача, потому что успех — это не единичная вещь, а длинная скользящая цепь событий, которые взаимосвязаны между собой и среди которых есть место неудачам. Порой неудачи бывают полезные, даже полезнее успеха. Поэтому вам стоит перестать напрягаться и в ближайшие часы, дни, месяцы, годы развивать в себе способность быть мягче и уступчивее по мере того, как ваше спокойствие будет становиться все глубже. Вы не задумываетесь о земле, поднимаясь на дерево. Не оглядывайтесь назад в путешествии в определенном направлении. Не сосредотачивайтесь на тех компонентах во время приготовления блюда, которые вам не нужны. Вы просто делаете то, что делаете. Просто расслабляетесь и двигаетесь вперед. И где-то очень глубоко внутри вы знаете, что настоящая и единственно возможная неудача — это отказ пробовать. Вот и все. И вы знаете, что именно с попытки вы можете начать движение в будущее. Не беспокойся о своем развитии, опираясь на собственные ценности и критерии. Самостоятельно, справедливо, достойно, гуманно вы чувствуете, как ваше сознание начинает постигать течение времени. И все получается само собой, спокойно и без напряжения. Как только вы перестанете переживать о будущих успехах, и замечаете, насколько все легко в настоящий момент, учитывая величественную, необъятную протяженность времени и пространства. Любое достижение человечества не имеет решающего значения. Чем бы это достижение ни являлось, это всего лишь крохотный аспект действительности. Независимо от того, какую цель вы перед собой ставите, идя к ней, расслабьтесь. Ведь так или иначе,
это достижение будет лишь маленькой частью истории. Это может быть почти тот же самый путь, который вы нарисовали в своем воображении, потому что вам действительно нужно начать наслаждаться будущим, более свободным и легким. Теперь вы понимаете значение воображаемого образа, который можно озаглавить как «Путь к успеху через гибкость, наслаждение и справедливость к самому себе». Заметьте, как начинается этот путь. Вокруг вас только красивые цвета, формы и оттенки. Вы чувствуете себя так, будто вы прогуливаетесь. И тем не менее, вы продвигаетесь вперед с искусностью, равной вашей силе, и с легкостью общения, равной серьезности ваших намерений. Обратите внимание на все те вещи, которые вы можете создать или подтолкнуть к возникновению во время вашего интересного и приятного пути к успеху. Ни о чем не беспокойтесь. Пройдя этой тропой, потому что успех — это всего лишь идея в сознании людей, такая же, как и неудача. И чем дальше вы расслабляетесь, тем яснее вы понимаете, что успех — только один из способов развития жизни и ее изменения. Начиная путешествие по этому пути в будущее, вы ощущаете стимул, желание двигаться. И одновременно с этим радость, гибкость и спокойствие. А теперь вообразите на некоторое время, что вы муха, и представьте, что, сидя на стене, например, в ресторане или дома, не имеет значения, где именно вы прослушиваете разговор своих друзей, членов семьи или, предположим, сослуживцев, который проходит год спустя. Вы обнаруживаете, что речь идет о вас, о том, как высоко вы поднялись за последние 12 месяцев, о том, что вы можете сейчас себе позволить, о том, чего вы достигли. Послушать подобные разговоры было бы очень приятным и полезным опытом для вас, поскольку они могли бы дать вам подсказку относительно того, как в действительности преуспеть в будущем. А теперь вы пытаетесь услышать эту беседу внутри себя, вашим внутренним голосом.
Очень хорошо. И это может стать еще лучше и эффективнее с повторением. Это должно стать очень важным для вас. Уметь расслабляться часто и основательно. Вы можете повторять этот опыт погружения до тех пор, пока в действительности не начнете замечать улучшения. Вот и все. Скоро вы вернетесь к своим повседневным делам и ощутите, как легко концентрировать ваше внимание и насколько вы прибодрились, освежились и успокоились после проведенного сеанса. Вот так. Очень хорошо. Теперь мысленно вернитесь в это помещение, где вы прослушиваете этот курс, и почувствуйте полное пробуждение. Теперь откройте глаза. Превосходно. Чем чаще вы будете прослушивать этот курс, тем больше оптимизма, положительной энергии и способов достижения целей вы в себя впитаете. Это позволит подойти вам к новым проблемам с энтузиазмом и энергией.